выполняя наши все задания. Вы часто к нему обращаетесь с просьбами? Когда что надо, обращаемся, он и выполняет. А с чем конкретно обращались и что он выполнял? Мы, вот у нас крыша была рвата, мы обратились до него, он нам помог. Это вот в этом доме, что вы здесь? 120-квартирном. Вам в этот праздничный октябрьский день здесь, в нашем зале. Немало там их в 21 веке, и суть они умеют раскрывать. Но мы здесь, пожилого человека, вас пожилыми не смеем называть. Человек стареет внешне, не старее тот душой, и живет он всю в надежде, что будет вечно молодым. Хочется и петь, хочется и съели, хочется сам. Но праздник есть праздник, и я, честно говорю, ну как это, здоровье, долголетие, терпение и процветание все наши солнечные дары. Этот праздник нам помогли организовать сегодня старт организации партии региона. И непосредственно кандидат депутата Верховной Рады по Республике Крымской Украины Борис Сергеевич. Это он помогал нам делать генеральный план, это он помогал нам проектировать ГАЗ. Я знаю, что в самом ближайшем будущем он будет доведен до логического завершения, и мы уже думаем, что солнечное время получим такое замечательное, как слово. А такое интересное. Спасибо, этого очень много. Я просто хотел пригласить всех к нашему столу и хорошим учреждениям. Здоровья, удачи и счастья. И прошу напомнить, что 31 октября у нас и выборы. И прошу сделать правильное решение, правильный шаг. Это не каждый год. Но надо, чтобы дети и внуки вас радовали. А поселок, целый, благодатное место, солнечная долина столько должна процветать. Я помогал и буду помогать Игорю Геннадьевичу для того, чтобы ваша деревня только процветала. И тот генплан с расширенной базой отдыха вдоль побережья, с новым движением развязки и дорожки. Я считаю, что я в силах помочь вашему поселку и помогу, что мы многое вместе с вами сделаем. Надо понять только одно. Одними указами, директивами, планами, генпланами ничего мы не сделаем. Только совместно, если будем трудиться, рука в руку. Начиная от депутата местного совета, кончая депутатом Верховного совета, начиная от рабочего до директора, если все будут трудиться в поте лица, только тогда мы чего-то вместе с вами достигнем. Я как сын обычного рабочего тракториста, значит, знаю, что мой отец и мать проработали по 60 лет. И Петя, конечно, к сожалению, у мамы совсем маленькая. Но, слава Богу, конечно, я дочь мне помогаю. Знаю, что многие из вас сводят концы с концами от пенсии до пенсии. Поэтому я надеюсь, с приходом новой власти, во главе с президентом Януковичем Виктором Федоровичем и нашим региональным руководителем партии регионов Джавтык Василием Георгиевичем, мы все это одолеем совместно, вместе с вами, и победим то, что сегодня Чему учили детей? Начальный класс, фундамент закладывал.
Спасибо вам большое. С праздником вас. Спасибо. Спасибо. Сегодня день учителя. Я вас поздравляю. Вы очень красивая, правда. Очень красивая. Честное слово. 25 лет в этой школе работаю. Спасибо вам большое. А остальное в Сибири. А в Сибири где? В Томске. В Томске, да? Спасибо вам большое. Спасибо.